Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу супер крутой скрипт для Power Slab Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также напоминаю то, что этот чит используется с ключ-системой, а также видео о том, как скачать его и получить ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Дальше, после того, как скачали чит, пишем в поиске нужный нам режим, нажимаем поиск. Дальше перемещаемся во вкладку Home обратно, и вот появляются скрипты. Как видите, на этот режим довольно много скриптов уже вышло, 4 скрипта. Все-таки из этих скриптов больше всего я вам советую использовать первый по счету. Он такой более продуктивный, там больше намного силы выдается, и, короче, в целом лучше функции работают. Вот, а если вам нужно будет еще дополнительно автооткрытие иметь в этом скрипте, то можете использовать либо второй по счету, либо четвертый по счету, то есть как вам удобно. А самый последний, вот этот четвертый, он используется с ключ-системой. Короче, разберетесь, я думаю. Значит, чтобы его получить, нажимаем на этот скрипт. Дальше нажимаем кнопочку Get, и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. В чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Как видите, у меня открылось дополнительное окно в браузере, значит, инжект получился. Дальше возвращаемся обратно и нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, пока скрипт загрузится. Все, вот он загрузился, отлично. Тут всего лишь 3 функции, но зато они очень хорошо работают. В принципе, много функций здесь и не нужно. Давайте начнем с первой функции, это бесконечная победа. Нажимаем, как видите, мне добавилось очень много побед. Я даже не знаю, что это за такое число, потому что первый раз его вижу. Но это очень много, чтобы вы понимали. Дальше, бесконечная победа, включаем эту функцию и смотрим, что происходит. Меня, короче, тпхает на бота, с кем я должен соревноваться. Получается, поединок проходит автоматически. Он меня иногда даже вырубает. Но ладно, как видите, все-таки победы мне все равно прибавляются. То есть я с ним автоматически сражаюсь и побеждаю его. Все четко. Так, выключаем и смотрим. Как видите, у меня очень много побед прибавилось. Дальше последняя функция — это авторебёрсты. Нажимаем ее и смотрим, что произойдет. Как видите, у меня сделался автоматический реберст. Дальше опять все повторяем, что делали до этого, нажимаем бесконечные победы, то есть бесконечная сила и Wins Farm. И по идее сейчас у меня должны делаться автоматические реберсты. Так, у меня почему-то таб не открывается, давайте остановим этот фарм и посмотрим. Так, стоп, а почему он открываться не хочет? Ладно, давайте так сделаем. А, стоп, его здесь нету даже. Лол, прикиньте, это первая игра, где здесь нету таба. То есть я не могу сейчас таб открыть. Его тупо нету. Тут либо инвентарь, либо эмоции, а таб не сделали. Офигеть. Ну, это жесткий минус игре. Ну и в целом игрушка такая, если честно, фигня полная, мне она вообще не понравилась. Можно сделать намного лучше. Дам, кстати, вам небольшой спойлер, кто досмотрел это видео до конца. Я делаю сейчас свою игру. Игрушка будет такая же, ну не прям такая же, намного лучше, но задумка будет одна и та же. То есть нужно будет сражаться с ботами и бить ботов подсчетчины. Вот, так что как-то так. В принципе, у меня на этом все, буду заканчивать. Кому понравился данный скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан, всем удачи и пока.